Ребята, сегодня мы вот последние две уточки убрали. Те, которые только показывала вам в сарае. Ну, эти были две запасные. Вот мы их убрали. Сейчас буду разделывать, мыть. Одну из них сразу зажарим в духовочке. Ребята, одну уточку положили в морозильник, а одну вот порезали кусками с солью, немножечко уксуса в воде, пусть выйдет вся кровяшка. Замариную ее на часик. У нас будет жаркое сегодня в духовке. Ребята, сейчас мы будем делать маринад для своей уточки. Две ложки майонеза. Где-то так. Ложечка соевый уксус столовая. Пол ложечки перца. Лавровый листик. Перчик горошек и перчик душистый. И пол ложечки сладкой паприки. Все это, друзья, перемешиваем. И сюда мы высыпаем наше мясушко. И будем все вот это, ребята, перемешивать ручками, чтобы со всех сторон нашу приправочку мяса обволокло его. И сейчас еще добавлю сюда соли. Соли где-то почти чайную ложечку вот так. Вот так, ребята, все перемешаем и оставим это мясо. Пусть часик промаринуется, накроем крышечкой. Ребята, наше мясушко уже промариновалось. И мы будем сейчас складывать наше жаркое. На дно нашего лоточка мы смазываем подсолнечным маслом. Много не надо, потому что мяско уточка, все-таки она есть уточка, у нее будет свой жарок. Первым слоем я выкладываю морковку на дно. Морковку. Лук. Как зря. Оно на дне еще сейчас все протушится. Перемешается. Не дорезала что-то немножко. Лука дорезала ножом. Так, ребята, сейчас нож возьмем и зубчики чесночка тоже напополам, на 4, как получится. Нам нужен запах хороший, чтобы был. Раскидаем просто по лотку, да и все. Друзья, дальше пошла картошечка. Картошку я нарезаю крупно. Иначе она может превратиться, она крахмальная у нас, превратиться в кашу под уткой. Утка будет самая последняя, самая вверху. На вот этой подушечке лежать.
весь сок, который будет выходить с уточки, будет пропитывать эту картошечку и другие наши овощи. Еще, друзья, нужно добавить одно яблочко. Ну вот так, как получится, кусочками. Так как у нас утка уже порезана порционно. Чтобы можно было в утку это яблочко вложить. А так просто для привкуса красивого. Чтобы пахло красиво, вкусно было. Так, ребята, ложим лавровый листик. Посыпаем перчиком. Это чуть меньше пол чайной ложки. Перчик, горошек. Солим все. Солить я люблю рукой. Иначе я ложкой не очень понимаю, сколько надо посолить. А рукой я чувствую. И тонким слоем майонеза немножко. Так, все, ребята, теперь мы на это на эту картошечку выкладываем свое мяско. Промаринованное в маринаде. Нашу уточку. Даже не помещается. Вроде маленькая была. Ребята, теперь мы нашу емкость со всем этим накрываем фольгой и отправим в духовку на 180 градусов на 2 часа, потому что уточка быстро, хоть она и со специями, быстро не готовится. Через 2 часа я эту уточку достану. Попробую и сниму фольгу, чтобы она зарумянилась сверху. Ребята, достала с духовочки наше жаркое. Мяско подрумянилось. Картошечка вся в жарку распарилась. Сейчас будем кушать. Такая вкуснятина получилась. Ребята, наше жаркое готово. Будем сейчас ужинать. Салатик сделала со свежего огурца. Хотела еще или капусты, или какую-то банку открыть. А потом думаю, ну кто будет со свежим огурцом кушать что-то кислое. Спасибо, дорогие мои друзья, кто мне помогал готовить наше жаркое. Всем мира, добра, здоровья, мира в душе. В сердце. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока, ребята.